Девчонки, всем привет! Я прогулялась по торговому центру «Галерея» в Санкт-Петербурге и поискала для вас самые классные идеи, в чем же пойти на корпоратив, в чем же встретить Новый год. Я зашла в такие магазины, как «Зара», «Манго» и «Резервд». В инфобоксе под видео я оставлю все ссылки на те вещи, которые я вам буду показывать. Всем желаю приятного просмотра! Я сейчас нахожусь в магазине Zara и уже отобрала несколько новогодних комплектов. И на мне уже надет самый первый комплект. Это вот такой вот бархатный костюм черного цвета. Этот костюм отличная альтернатива платью, если же вы предпочитаете все-таки пойти в брюках. Когда я говорила о трендах в своем инстаграм-аккаунте, я уже писала, что перья в этом сезоне в моде. Вот как раз таки отличный пример тому. Мне очень понравилось вот такое вот платье в перьях. Туфли к сегодняшним вещам я выбрала черные, с небольшими черными стразами, они переливаются, на невысоком каблуке. Я считаю это оптимальным вариантом для празднования, для корпоратива, так как в таких туфлях очень-очень удобно, и вы сможете протанцевать в них абсолютно всю ночь, у вас не устанут ноги, в отличие от туфлей на высоком каблуке. Если вы считаете, что это платье оголяет слишком много вашего тела, то можно его дополнить либо колготками, либо пиджаком, либо и тем, и другим. И вот так вот это платье смотрится с черным пиджаком. Получается довольно такой интересный, стильный вечерний образ. Итак, следующее платье – это черное платье из эко-кожи, которое в этом сезоне особенно актуально. Это платье можно носить как на повседневку, так и пойти в нем на корпоратив, либо на какое-то еще мероприятие. На повседневку его можно дополнять черными колготками и надевать сверху какой-нибудь жакет, либо водолазку под низ. Следующее платье, которое мне очень приглянулось в магазине Zara, это вот такое вот розово-золотистое платье с такими вот красивыми переливами. Длина миди, очень актуальный фасон, широкие такие рукава на запах. И здесь вот такой, как спереди поясок, которого сзади уже нет. Сзади это просто уже резинка. Оно будет отлично смотреться, если вы будете танцевать при светом музыки. Оно будет очень красиво переливаться. Итак, следующая вещь. Это вот такой вот черный комбинезон. Мне очень-очень он нравится. Топ состоит из перьев черных, ремень у него из бархата и такие вот черные брюки. Я считаю, что все-таки лучшей покупкой будет, если вы возьмете отдельно топ и отдельно брюки, потому что эти брюки вы сможете в дальнейшем носить в повседневной жизни. Так, вот так выглядит этот комбинезон с жакетом. По-моему, тоже очень здорово все это дело смотрится вместе. При этом сюда подойдет абсолютно любой жакет. Бархатный просто делает этот образ еще более нарядным и праздничным. Мне понравилась эта рубашка тем, что она имеет такую интересную форму рукава. Вообще черный Total Black сейчас очень в моде, особенно если это эко-кожа. Чем покупать отдельно комбинезон, лучше взять отдельно рубашку, отдельно брюки, и заправлять рубашку в брюки вы получите такой вот цельный комбинезон, но при этом вы сможете носить отдельно рубашку с какими-то другими низами, брюки носить с какими-то другими верхами. Итак, вот следующий образ. Сюда я использовала все те же самые черные кожаные брюки и дополнила их в этом случае такой вот черной рубашкой, платьем. Смотрится очень необычно, очень интересно, гораздо интереснее, чем если бы это была просто обычная черная рубашка. Я оставила
всю ту же черную рубашку, платье и дополнила ее ремнем и вот такой вот плиссированной юбочкой. Очень интересной, как из эко-кожи. Не планировала я заходить сегодня в магазин Reserved, однако меня очень привлек этот костюм, в котором я сейчас. Я решила зайти его примерить. Костюм выполнен в очень красивом, дорогом, таком фиолетово-синем цвете. Он состоит из трех частей. Это такой вот укороченный жакет. Это брюки на высокой посадке. И такой вот топ. Я очень люблю такие вещи, которые можно носить не только на мероприятия, но и после мероприятия носить просто на каждый день. Еще одна вещь, которая привлекла мое внимание, это вот такой вот синий бархатный комбинезон в пол. Мне немного он длинноват, но это все можно уже непосредственно подкоротить под свой рост, так как вам это нужно, и под ту длину каблука, которая у вас будет. Брюки держатся на резинке, спина полностью открыта. Продолжаю вещание из магазина Mango. Итак, первый образ у меня выглядит вот таким образом. Это вот такой вот пиджак симпатичный из пайеток. Топ в тон квадратиком на пиджаке, огромным-огромным воротником и кожаные черные брюки. Вот таким образом этот образ выглядит без пиджака. Блуза имеет такие очень объемные, интересные полупрозрачные рукава. Особо смелым девушкам этот пиджак можно надеть и как платье. Еще мне очень понравилось в Манго вот такое черное бархатное платье. Оно абсолютно минималистичное. И последний образ из Манго – это вот такое черное блестящее платье. Оно тоже очень здорово переливается. Мне в этом платье не хватает такого воротника пиджачного кроя. Мне кажется, так оно смотрелось бы гораздо интереснее. Еще здесь довольно объемные большие плечи. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. Всем пока!